Дорогие друзья, готовим ореховый бисквит. Это заготовка для тортика совершенно без муки. Берем 4 яйца, крупные. Взбиваем с сахаром. Либо стакан сахара, если любите сладкое, либо по 1 полной столовой ложке на 1 яйцо. У меня 4 полные столовые ложки. Вместо муки мы используем орехи молотые, не полная чашечка, 200 грамм. Чайная ложка кукурузного крахмала и чайная ложка какао, хорошего качественного какао. И чайная ложечка разрыхлителя, потому что орехи тяжелее, чем мука, чтобы бисквит у нас не опадал. Смотрите, друзья, я яйца взбивала минут 7 до пышной пены и светлого-светлого такого бледно-желтого цвета. Сухие ингредиенты все перемешала и лопаточкой аккуратно буду соединять эти массы, не забывайте разрыхлитель. Такое красивенькое. Готовим чашу мультиварки или любую форму для духовки, где вам удобно, там. Смотрите, шоколадно-ореховый коржик готов, мы его разрежем пополам. Серединка будет из коржика для киевского торта, то есть такой более высокий тортик будет, черно-белый по цвету. Готовим крем. Крема нам понадобится молочко, грамм 300-400, 100 грамм масла сливочного, у меня домашнее, 2-3 столовые ложки сахара и кукурузного крахмала также. Завариваем на молочке кукурузный крахмал с сахаром, остужаем крем и затем взбиваем со сливочным маслом. Крем приготовился, остыл, собираем тортик. Первый коржик щедро смазали мы кремом, выложили орешки, чернослив, это все по желанию. Дальше у меня будет белковый крем, как на киевский, я дам вам ссылочку. И мы его будем кушать сразу. Если вам нужно немного на позже тортик, то белковый корж лучше смазывать масляным кремом, иначе он может раскиснуть от заварного или от сливочного крема. Тут уже на ваше усмотрение. Смотрите, друзья, вот в принципе так уже можно и оставить. Если вам на 2-3 человека этот тортик, но я накрою еще сверху и шоколадно-ореховым коржиком, чтобы был высокий такой нарядный. Вот какой чудесный тортик у нас получился. Он содержит всего 6 ложек сахара и крем, и тесто включает. Совершенно не содержит муки, не содержит никаких синтетических ароматизаторов. Пахнет прекрасно сливочным маслом, орехами. Украшаем натуральными какими-нибудь штучками традиционными. Этот тортик называется «Для стройных дам». Я хочу вам пожелать быть красивыми, здоровыми, успешными и любимыми.